своими глазами. Хлеб может в Молдове снова подорожать, об этом говорят представители отрасли, которым предстоит решить, что делать после того, как получат счета, фактуры. Цена на хлеб и другие хлебобулочные изделия могут повыситься в среднем на 10%. Журналисты также пытались связаться с администрацией крупнейшего комбината хлебобулочных изделий «Франзилуца», чтобы узнать, собираются ли они повышать цены на свою продукцию. Но ответственные лица отказались предоставить какую-либо информацию. По последним расчетам Национального бюро статистики, цены на хлеб в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 36%, а средние потребительские цены в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2022 года выросли почти на 35%, на продовольственные товары на 36%. Непродовольственный почти на 22%, на услуги, оказываемые населению, более чем на 52%.